Продолжаем нашу конференцию. Передаю вот микрофон. Yes, so we start again. And it's my pleasure now to... Так, мы начинаем работу. Я с большим удовольствием представляю Франческо Форнитани, университет Модена, Италия. Она является пионером в области микроскопии, которая в применении к меланоме. Она будет рассказывать очень интересные вещи. И доброе утро. Я хочу вас поблагодарить за приглашение и передать вам привет от профессора Белакани, вам, от моего шефа. Диагностика меланомы. Первый этап диагностики клинический, визуальный. Мы знаем ABC rules, и мы смотрим на симметрию повреждения, регулярность, на цвет, на границы, диаметр более 6 мм и на эволюцию. Вторая стадия – это визуальный дермографический анализ. Мы старались давно улучшить нашу диагностику. Нам удалось на 10-15% с помощью вот такого подхода, с такими новыми демороскопическими инструментами, которые входят в нашу практику. Мы можем разделить на три группы диагностику или подход. Первый – это ситуация, когда клиническая видеодиклопия нам дается просто, но когда мы видим вот такие картины, диагностика достаточно проста, но когда клинический диагноз просто дермоскопический тоже. Но это бывает не всегда. Главная проблема связана с этой группой повреждения. Это разграничение с гранулемой, дифференциальный диагноз. Чтобы не сделать ошибок, мы должны думать о возрасте. Если это ребенок, вероятно, это пиогенная гранулема. И мы, если повреждение на ногте, на ноге, это может быть как раз касаться вот таких ситуаций. Вторая группа – это меланома, которая не очевидна клинически, но типическими дермоскопическими позитивными результатами. Обычно эти повреждения небольшие, одинаковые, плоские. Типичная видеодермоскопия, типичная... Вот такой вид, глобулы регулярные, какие-то включения, периферические структуры, очень атипическая сеть, структуральные вот такие вещи, островки дермоскопические, депигментация, такая перевернутая, как бы обратная сеть, и вот такие дермоскопические островки. Есть области без структуры, лишенные. Есть критерии 3. Асимметрия повреждения. Асимметрическое распределение цвета и структуры. Второй критерий – типичная сетка пигментации. Здесь, где есть регулярности, какие-то впадения и так далее. Сине-белые структура, тип вот такой синий или белый воротник напоминает. Главная проблема здесь. Вот такие пациенты с множественными атипическими невусами. Убирать ли их всех? Что может помочь? Делать или не делать? И вот демоскопия нового поколения, цифровая, может помочь. Мы и используем этот подход. Вот здесь, при таком изображении, мы видим изменение повреждений, и было показано удаление. Вот здесь повреждение незначительно изменилось во времени, поэтому в этом случае не было показано иссечения. Фотографии компара.
можем также использовать исследование всего тела, поверхности всего тела. И третья группа поражений – это меланома, которая сложна даже для эксперта. Здесь у нас есть список из трех основных ключевых параметров. И, например, это так называемые близнецы, ложные близнецы. Посмотрите на эту фотографию. Два вот этих очага похожи как бы на одинаковых, но с одной стороны первое – это меланома, а второе – это всего лишь невус. Вот здесь, посмотрите, на цифровой дермоскопии, вы видите, диагноз может быть меланома, но также базально-клеточная карцинома. Итак, в любом случае, в том случае, если вы сомневаетесь, или если будет ли это показано, будет ли показанием эксидия, или это будет наблюдение, что нам может помочь? Нам может помочь конфокальная лазерная микроскопия. Это лазер, который может производить такие изображения, которые погружаются как бы до поверхностного дермиса. Например, на этом изображении вы видите типичные ключи, типичные как бы проявления меланомы. Это конфокальная лазерная микроскопия. И вы видите здесь определенные клетки. Это клетки с очень темными ядрами и очень яркой цитоплазмой. Это как раз могут быть клетки либо дендритные, либо они могут быть округлой формы. Давайте посмотрим на это изображение. Здесь показано поражение, которое также на цифровой дермоскопии можно увидеть, но очень сложно его определить. Даже эксперт в дермоскопии может на самом деле сомневаться в каретном диагнозе. Скорее всего, это всего лишь невус, но при помощи конфокальной лазерной микроскопии мы можем получить, так скажем, вот такие типичные клетки, которые оказываются как раз и дендритными, и округлыми. И при помощи конфокальной лазерной микроскопии диагноз гораздо упрощается, так скажем. И вот в этом многоцентровом исследовании, которое было посвящено диагностической точности при определении меланомы конфокального лазера, была показана специфичность 53% и 91% чувствительности. Но в деталях. Что же такое чувствительность и специфичность конфокальной лазерной микроскопии по сравнению с простой дермоскопией? Две эти техники показывают нам одинаковую чувствительность, но специфичность конфокальной лазерной микроскопии гораздо выше. Это означает, что в клинической практике для того, чтобы снизить эксизии или удаления без необходимости, мы можем применять этот конфокальный лазер. Вот как раз статья, которая показывает, что 400... что у нас гораздо выше количество эксизий без конфокальной лазерной микроскопии, но при помощи этого лазера у нас снижается количество ненужных, так скажем, иссечений. Поэтому как конфокальная лазерная микроскопия действительно позволяет нам избежать вот таких эксцессий и, соответственно, денег, на которые мы можем, так скажем, потратить на ненужную хирургическую деятельность, потому что у нас гораздо более точная диагностика. Большое спасибо за ваше внимание. Пожалуйста, вопросы из зала. Будут ли вопросы Франческе? Вот есть там вопрос. У меня тоже есть вопрос. Возможно, мой вопрос все-таки прозвучит первым. Можете ли вы использовать эту технику также для скрининга пациентов? Либо она слишком дорогостоящая, или долговременная, либо много времени занимает? Вы знаете, она, в общем-то, довольно долго нужна, приблизительно 20 минут для того, чтобы получить правильное изображение. Мы используем ее вместе с дермоскопией. Во время дермоскопии, если вы видите что-то, что вы не можете до конца определить, в чем вы абсолютно не уверены, о чем вы сомневаетесь, тогда мы проводим конфокальную лазерную микроскопию только в тех невусах, где мы хотим узнать дополнительную информацию.
И, так скажем, в нашей клинической практике каждое утро мы используем как дермоскопию, так и конфокальную лазерную дермоскопию. В общем и целом мы анализируем приблизительно 20% утром всех пациентов, и лазерную технику мы используем у 5-6 пациентов из 20, предположим. Это вот не в микрофон, к сожалению. Да, иногда нам просто непонятно, что это за очаг. Может быть, это меланоцитное какое-то поражение или не меланоцитное. А вот последняя методика, окей. You need a translation? Okay, so I can translate. Thank you very much. Скажите, пожалуйста, последняя методика, которую вы демонстрировали, конфокальная лазерная микроскопия, она пригодна для оценки акральной меланомы, для меланомы нетипичной локализации? Подногтевой формы для отличия их от доброкачественных образований. Yeah, there is a two type of Да, у нас два типа конфокальной микроскопии. Одна из них достаточно большая, мы можем ее использовать для разных очагов. Второго типа это конфокальная макроскопия, которую мы используем для тех областей, где мы не можем использовать другую, так скажем, методику, да, но где доступ затруднен. Я не помню, какая она сейчас, точно не могу сказать вам. Спасибо за вопрос. Да, у нас два типа устройств используются. Второго типа мы используем для анализа, например, фазы, где мы не можем использовать более крупную установку. И, например, такую, в таких зонах, где мы не можем провести исследование при помощи другого устройства. Как насчет мукозальной слизистой меланомы? Я имею в виду меланомы, так скажем, рта, например, полости рта. Да, мы используем очень часто для таких слизистых поражений. Мы используем, в общем, очень сложно специфические критерии использовать для диагностики, особенно во Франции. В Лионе, например, существует группа, которая исследует специфические меланомы слизистой. И они также используют конфокальную микроскопию, я могу сказать, лазерную микроскопию. А это вот их последние исследования. Они также сказали, что диагностика гораздо облегчается при помощи этого устройства. Спасибо. Сколько вы отступаете от меланомы при лазерной деструкции? Расстояние. Я говорю, сколько вы отступаете при удалении меланомы, да, лазерной, расстояние какое-то учитывается и глубина. Мы применяем прямое кольцо, которое устанавливается на опухоль, потом гель, очень похож на то, что для УЗИ используется, и мы обрабатываем внешнюю часть инструмента, и затем, если вы выведете опять мои слайды, то я вам продемонстрирую, вот кое-что хотела показать. С тем, чтобы я получше вам могла объяснить. Вот, смотрите, конфокальная лазерная микроскопия. Вот вы видите, я могу вам лучше сейчас все это показать. Если у нас большая установка, да, о которой я говорила, мы обычно используем ее гораздо чаще. И вы мне задали вопрос о второго типа конфокальной лазерной микроскопии и также для, так скажем, слизистых поражений, что мы используем. Вот смотрите, вот здесь у нас есть кольцо, которое мы устанавливаем на поверхность опухоли. После этого мы передвигаем вот это на кольцо, как бы устанавливаем, и таким образом получаем изображение вот здесь, в горизонтальной проекции, потому что конфокальная лазерная микроскопия дает нам вид, похожий на дермоскопию.
И разрешение у нас очень похоже на гистологическое разрешение. Как я вам уже показала, мы можем визуализировать все клетки, даже ядра и все другие структуры. И это вот непосредственный инструмент, он очень дорогой.